Встречаем нашего следующего участника. Дико извиняюсь. Парень, а ты кто? Я. Вы кто? Где я вообще нахожусь? Это Первый канал. Это телепроект «Голос». Друзья, аплодисменты. Аплодисменты, друзья, громче. Серьезно. Так, давай без лишних вопросов. Держи очки. Пой. Постараемся. Безобразно. Чересчур ты увлекся этим всем горлопанством. Ох, вступил на спорт. Чересчур сутрировал, как бы. Но с этим мы еще будем бороться. Но Григорий Ильич займется этим. Да. Ты я возьму на себя. Как же вас? Меня зовут Арсен Саксян, я с Республики Армения, город Ереван, мне 27 лет. Но, честно сказать, я к вам попал очень случайно. Перепутал с дверью, должен был зайти вот в соседнюю дверь, где проходит конкурс шоу талантов «Просвет звезд». Как-то вот так.